Всем привет, меня зовут Гоша Грипс, и это проект «Первая варка». Что за проект? Сейчас поясню. Все мы люди взрослые, иногда любим выпить немножко пива. При этом мало кто задумывается, как и из чего оно произведено. Так вот, проект «Первая варка» — это попытка доказать, что пиво возможно делать самому в домашних условиях, и процесс этот увлекательный, интересный, а продукт получается полезный и невредный. Для нас это будет своего рода эксперимент. На данный момент никто из участников проекта ни разу не варил пиво. Мы планируем снять и показать вам все стадии этого увлекательного процесса, от момента закупки оборудования до финальной дегустации. Я уже вижу скепсис в ваших глазах. Мол, в интернете много видео, в которых показано, как варить пиво в домашних условиях. Мы анализировали эти видео, хотели почерпнуть опыт, но оказалось, что большая часть из них просто ущербна. В одних видео румяные мужички засыпают некие ингредиенты в странных пропорциях в бочонки, которые гордо именуются домашними пивоварнями, заливают все это водой и ожидают, высиживая 2-3 недели, когда у них получится натуральный ирландский эль. Я помню, как в конце 90-х был очень популярен напиток Юпи, Зука и Инвайт. Там тоже были порошки, которые заливались водой. Но я на каждом шагу не говорил о том, что я варю компот. Есть и другие видео. В них довольно-таки правдоподобно показан процесс пивоварения в домашних условиях. Но, как правило, видео эти скучные и очень неинтересные. Лично я засыпал на середине видео, так и не узнав, закипела вода в кастрюле или не закипела. Еще одним минусом таких видео является то, что снимают их скучные, угрюмые, небритые мужики. Ну что ж, вот так кажется лучше. Нет. Типа усы. Еще одним минусом подобных видео является то, что снимают, как правило, грустные, угрюмые, небритые мужики. Для них это уже 548-я варка, и они отлично знают, где прибавить температуру, где досыпать солод, где долить воды. Для нас, как и для вас, это будет чем-то совершенно новым. Все этапы подготовки, собственно, первую варку, мы будем видеодокументировать и делиться этим с вами. Вы станете свидетелями всех наших успехов, ошибок и неудач. Если у вас есть дельные советы, предложения, пожелания, свяжитесь с нами, мы открыты для общения. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылки под видео. С вами был Гоша Грипс и проект «Первая варка». Удачи и пейте вкусно и в меру.